У этих людей имеется чувство собственного достоинства. Звук «к» в имени твердый и колкий при звучании настораживает, вызывает напряжение. Личностные отношения с людьми, число рождения которых 2, 4 или 7, то есть родившимися 2, 4, 7, 11, 13, 16, 20, 22, 25, 29 или 31 числа каждого месяца являются благоприятными. Некоторая отрешенность и неуверенность заключенной буквы «и» мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Звук «в» в этом имени связывают с коммуникабельностью и способностью к творчеству. Чрезмерные гордыни носителей имени с буквой «к» мешает им осуществлять намеченные планы. Это имя наделяет упорством и реалистичными планами, поэтому часто мечты такого человека сбываются. «В» в значении буквы говорит о коммуникабельности, умении жить в гармонии с природой и людьми, но и о некоторой ленности. От душевного мятежа многие приходят к религии. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Они всегда хотят добиваться уважения и любовь окружающих. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. «Ре» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Наилучшие дни для реализации всех надежд и планов для этого имени те, которые в сумме единица. Эти люди азартны, что нередко провоцирует их на необдуманные поступки. Окружающие восхищаются от этого человека, от его многогранной личности, независимости и индивидуальности. Имеют отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Носители этого имени иногда раздражают окружающих чрезмерными амбициями. Таким людям свойственно задать себе цель и добиваться ее. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Люди, которые имеют букву «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Носителю имени не придется заставлять трудиться. У этих людей в голове всегда полно идей. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.